Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур. Мы продолжаем проходить Skyrim. В последней серии мы посетили лагерь Седобородых. Чуть тень так сместилась. В результате узнали несколько новых криков. И теперь у нас задание отправиться в дальнее путешествие на север. Добыть рог Юргена, призывателя ветра. Я думаю, это будет путешествие не на одну серию. Приветствую, соратник! И тебе не болит. В таких доспехах и ходить легко, умно. Ну, ты думал. Поскакали, посмотрим, что нам принесет это путешествие. Надеюсь, добраться отсюда туда будет легче, чем было добраться сюда, потому что тут натурально мне местные монстры временами давали. Извиняюсь, просраться. Потихоньку скачем. Здесь, похоже, тени не плавно перемещаются, а по прошествии часа резко так перемещаются на несколько сантиметров в сторону. Не знаю. Так, я, по-моему, не туда скачу, да? Тут я дрался с драконом. Ну, как дрался? Я от него прятался, как мышь. Делать с ним было особо нечего. Так. Тихо, лошадка, не убейся. Как бы нам удобнее выбраться? Давайте поскачем отсюда. Тут мы еще не были. Тут есть тропинка, значит, тут ходят люди. В прошлый раз, напомню, мы пришли вон оттуда. И там у нас был... Тихо. Ты кто такой? И почему ты такой глупый? Вы видите, да, там парня прибило течением к бревну. А ему хоть бы хны. Это же этот бард. Только вдохни. Что ты здесь делаешь? Я хочу узреть и запечатлеть эпическую битву. Понятно. За Скайрим. Просто идиот. Навыки, братья, с болью в сердце, скрещивают ключи. Всегда есть тема для песни. Тебе сейчас снесет вниз на камни, придурок. Ты что делаешь? Ой, нет, не хочу саблезуба. В принципе, я уже показал, что могу с ними справиться, но зачем? Оно того не стоит. Вообще, надо сохраниться. Потому что я этого уже давно не делал. По местным меркам. А где-то здесь я воевал, по-моему, с привидением. Вот за этим деревом, как мне кажется, я прятался. Хотя могу и ошибаться. Может, просто похожая местность. Нет, это именно то место. Я тут уже был, значит. Ну ладно, хорошо. По крайней мере, мы не нашли ту мать дымок, которая меня чуть не порвала в клочья. Вообще места гиблые. Как-то тут не очень хорошо все. Так, сюда я не смогу проскакать, похоже. Хотя нет, смогу. Тут тоже тропка ведет. Только вот куда? Черный проход. Интересно. Тихо, это что плывет? Телега какая-то. Так, сохранимся. Я думаю, нам стоит, если мы сможем. Да, мы сможем сюда заглянуть. Возможно, тут будет что-то интересное. Кстати говоря, Аргариан я практически не встречал за игру. Все-таки они тут редкость. Такие рептилии. Разумные. Они могут дышать под водой, кстати. Это полезная вещь. Вот тут бы оно пригодилось, я думаю. Вон сколько воды. Не особо охота в нее лезть. Давайте посмотрим, что нас здесь ждет. Возможно, нам нужно будет развернуться, если тут очень все мощное, как все в этих окрестностях. Враги здесь сильные, насколько я успел заметить.
Что в сундуке? Неплохо. Опа-па. Тролли. Ну, с одним-то троллем, я думаю, справлюсь, тем более, что у нас теперь есть безжалостная сила. Так, только эту хрень надо убрать с руки. Захват душ. Давайте-ка мы сохранимся и попробуем его порубать. Палмер. Это не тролль. Я отравлен. И чем же я отравлен? Так. Да ничем вроде. Фалмер, ты кто такой вообще? Фалмерский щит сделан из краба. Понятно. Бородатый мох, это мы возьмем. Золото. Ухо Фалмера. Давайте его съедим. Оно же вкусное. Прям выглядит вкусно. Урон здоровья. Понятно. Боевой топор. Довольно необычный. Ну, до хрена весит. Я не буду его брать. В принципе, тут, насколько я понимаю, можно жить. А не выживать. Давайте посмотрим, возможно, у них будет чем поживиться. Скажем, узнаем новое слово силы. Нет, зачем я взял его лук? Ухо. Хреновые, надо сказать, у них стрелы. Мечи, в принципе, неплохие. Но мало стоит. Поймали рыбку. Попозже съедим. Что в них плохо, то что они падают с потолка совершенно, по-моему, рандомно. То есть могут вам на голову упасть. И это прах вампира. Вы что, с вампирами якшаетесь, что ли? Так, ухо, фаунерский меч, нет. Мой меч явно лучше. Я уже в пещере заблудшие эхо с ними сталкивался. Но тогда я был для них слишком слаб. Поэтому мне пришлось уйти. Так что надо будет сделать себе заметку. А мы, кстати, идем же на север. И потом, после того, как посетим вот это, мы как-нибудь заглянем вот в эту пещеру и отомстим этим сволочам. Похоже, ничего хорошего-то и нет. Есть сундук. Уже неплохо. Так. Вот именно поэтому я не люблю пользоваться быстрыми перемещениями. Вы видите, да, если бы мы пошли сейчас по-быстрому, мы бы никогда не узнали о существовании этой пещеры. Это, судя по всему, уже не пещера, а какой-то... В общем, это явно рукотворное сооружение. А вот, собственно, это уже фаунеры сделали, похоже. Они какие-то амфибии. Ты кто такой? Креветка. Огромная креветка. Корус. Полукреветка, полу какая-то, я извиняюсь. Кракозябра. Фу!
Вроде слабый. Ага, слабый. Да не беги ты. Да. Не следил за здоровьем, извиняюсь. Надо с ними как-то поосторожнее. Кучей запинывают. Довольно давно сохранялся. Кстати говоря, хороший топор, но, блин, не мое. Так, лук горения. Две мерзкие. Сейчас там спустится еще один. Я помню. Так. Давай, спрыгай. Блин, я уже слышу этих креветок. Откуда вы беретесь? Хрен следишь. Блин, ну по-своему красивый, да? Так, давайте-ка мы сохранимся. Какая пакость. Выманим ее. Чуть не очень удачно. А и вообще по барабану, да? Так, ну я по ней криво попал, конечно. Какая пакость, пакость какая. Так, ладно. Одной пакостью меньше, ко мне приближается вторая и третья сразу. Ох, какая пакость. Ох. А вот яйцо твое мы возьмем, судя по тому, что эти яйца можно заметить на столах в самых богатых домах, скажем, того же Вайтрана. Штука это вкусно, судя по всему. Где еще один? Хорошо. Что-то да вышло. Вообще, что-то у меня какое-то отвращение к этому месту. Даже не знаю, продолжать ли идти. Дается мне, что что-то хорошее тут да будет. Лапки я смотрю. Еще кладка. Сохранимся. Еще кладка. Так, тут в грибальной урне
Сдается мне, что мы отсюда в итоге выйдем опять же к нежити. Вполне возможно. Так, сундук, ученик. Блин. Вот так вот. Я тут подкосил. Хорошо. Пакость какая? Какая пакость? Я слышу еще одного врага. Это что это такое? Так, тихо. Вон, вижу его. Да не шевелись ты. Фалмер, ночной охотник. А, да. Судя по всему, я все-таки зря сюда пришел. Хотя, не такой уж ты сильный. Дошкалечься. Вообще, вполне возможно, что... Так, ключ шамана. Вполне возможно, что мне можно было его заманить в ловушку, вот скажем, потому что здесь... А, это не ловушка. Это спуск вниз. Сейчас я дерну рычаг, и она наверняка откроет. Ну ладно, можно и так. Так, давайте-ка мы труп, что ли, попробуем туда кинуть. Возможно, он навес срабатывает. Нет. Хорошо, а что у нас здесь в итоге-то? Ага. Блин, промахнулся. Ох, сразу двое. Надо лечиться, надо лечиться. Блин, не успеваю кнопку нажать. Ой, это что ж такое? Сложновато. Где это я? Опять давно сохранился. Так, сейчас я сделаю проще. Пойду и убью эту сволочь. Сейчас так он пройдет. Ой. Ой-ой-ой. Короче говоря, что-то там не особо приветливо. Давайте сюда сходим. Если тут тоже куча врагов, то я думаю, надо просто петлять отсюда к дрени-фени. Вот это вот явно не они строили. Ты мне напоминаешь темных ящеров из легенд. Ты кто? Деркитус из Черного Брода. Не надо было плыть до самого водопада. Пожалуйста, вытащи меня отсюда. Ладно. Ты где вообще? Это ты что ли? А что у тебя тут есть? Ага. Я понимаю примерно. Это у нас, значит, та решетка, да? Так, ну ладно, я думаю, в принципе, мы уже не зря сюда пришли. Так, подожди, что за булава? Я уставший сегодня, как собака опять, поэтому
Ты всегда уставший. Нет, обычная булава. Тихо. Тут кто-нибудь есть? Да не беги, не атакуй ты их. Сейчас же нас, блин, с харчатки дрени фени скрыт нам надо быть. Давай. Хорошо. Теперь надо принять чего-нибудь. Скажем, сильное зелье лечения. Так, золото. Стоять, бояк, стоять. В тот момент, когда я начал думать, что пора отсюда валить, оказалось, что подземелье-то мы уже прошли, собственно, до конца. Это хорошо. А туда я, пожалуй, не буду заходить. А лучше мы пойдем той дорогой. Той дорогой, короче говоря. Надеюсь, тут новый не полез. Давайте сохранимся. Тихо, тут спрыгнул. Отсюда сейчас может вылезти. Тихо, уходим, не отсвечиваем. Давай, жаба, не отставай. Да вроде все. Идем. Идешь, нет? Жаба. Все, вроде как вышли. Надеюсь, его не надо будет за ручку вести куда-нибудь до ближайшего города. Потому что это будет скучно. Ну ладно, сходили, хоть познакомились с этим типом противников, они берут количеством. Один на один, они уже не представляют для меня большой угрозы. А вот, если несколько, то вполне могут запилить. Ты где? Ты что, тут остался, что ли? Ну что ж такое, ну что ж тупой такой? Так, карта. Блин, интересно, а в игре карты продают, нет? Вот такие вот подробные, чтобы знать, что где. Не знаю. Блин, ну, давай быстрее грузись. Жаба. Жаба, мать твою, за ногу. Да куда он подевался-то? Так, еще раз выйдем, если его... Сейчас нет, то я даже не знаю. Ну, молот, конечно, знатный. Я даже не знаю, кем надо быть, чтобы такой выковать. Сколько труда в него надо вложить. Каждую заклепку охренительный. Жаба. Так, ну тут Элли. Так где этот урод, а? Да нет же. А, ладно, я думаю, я пока выключу запись, схожу опять к этой камере. Возможно, он там нас по новой ждет, потому что квест уже надо выполнить, правильно? Короче говоря, вот этот придурок стоит около своей камеры, никуда не хочет уходить. То есть, если я вот так иду, то он ко мне подходит, но... стоит отвлечься. Он уже просто, видите, совершенно в спокойном состоянии. Видимо, решил остаться тут жить. Да. Вот урод, а. Так, подожди. Хоть какая-то компенсация. Ты за мной идешь? Ну, пойдем. Если ты правда за мной идешь. Ладно.
Но, судя по всему, он не идет за мной, он просто как-то путешествует, что ли, потому что когда он идет за мной, он бегает. А сейчас, видите, он хотел пойти назад. Ох, дебил, ох, дебила. Идешь? Ты посмотри. Это урод какой-то. Знаешь что? Ты мне напоминаешь темных ящеров из легенд. Ты мне напоминаешь дебила одного. Ты тоже дебил. Так. Фуф! Расстроило меня. Кто-нибудь есть? Последний свидетель убит. Да. Тут кто-нибудь. Да что это такое? Умри! Что с тебя? Короче, его даже убить нельзя. Ну ладно, хрен с ним. Он меня расстроил. Просто расстроил. Урод. Вполне возможно, кстати, что когда я попаду в Истмарк, который тут надпись появлялась, мне нужно будет еще заплатить штраф. Не знаю. 40 золотых, в принципе, не страшная сумма. Вот этот чит уже более похож на настоящий. Не то, что тот, который мы видели пару серий назад на загрузочном экране. Ладно, Эль, поехали, нам тут не рады. Маленько прокачались зато. В принципе, ладно, я думаю, на этом мы завершим эту серию. Сегодня она будет покороче, потому что у меня мало времени, надо спать. Завтра куча работы. С вами был Артур, всего хорошего, пока-пока-пока.